А перед началом ролика хочу посмотреть группу своего канала, а именно рекламу, которую вы можете здесь заказать. В моей группе вы можете заказать рекламу вашего канала, сервера и так далее. Поэтому ссылочка будет в описании, кому нужно, в принципе, переходите по ссылке, и с вами свяжется мой менеджер, в принципе, в группе, мой администратор. Вот, пишите сюда, заказать рекламу, и он вам ответит. Все, всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Серадмир Ролиплей, 4-й сер. У них есть легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации. И также для моих подписчиков есть специальный промокод. Пишите вот такую команду MN, потом выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой вот промокод KGAME. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, с вами ваш любимый колхозник, то есть я Кирилл. И сегодня снова серия по Радмиру, короче. Сегодня я намерен поехать постричь, либо не знаю, что там делают. В Литкарне, короче, есть такой магазинчик, либо тот тату-салон, либо парикмахерская, я точно не знаю. И я хочу сегодня сделать нашего колхозника еще стильнее. С вас, пацаны, без на лайки и не забывайте подписываться на канал. Ну что ж, погнали. Ну что ж, я приехал в бан для того, чтобы, во-первых, снять деньги, потому что у меня всего лишь 20 тысяч, и нужно еще ноги посмотреть. Так, давайте посмотрим баланс. У нас 37 тысяч. Так, давайте напишем снять. Сумма 30 тысяч, давайте снимем, я думаю, этого достаточно будет. И давайте посмотрим свои налоги. Так, заплатить за дом, 6 дней оплачен, давайте оплачем его еще на 4 дня. И посмотрим гараж. Гараж у нас оплачен на 18 дней, давайте его оплатим еще на 2 дня. Все, я думаю, в принципе, нормально. Вложились по бабкам, теперь можно ехать. Я, кстати, деньги не снял, да? Блин, я деньги не снял. Сейчас, пацаны, снимем. Что-то не то, ладно. Список, остановим снять банк счета. 20 тысяч давайте снимем. Я надеюсь, нам этого хватит, чтобы купить там что-то в этой парикмахерской, либо тату-салоне. Все, я теперь прыгаю на свой мотоцикл и еду в Литкарино. Встретимся уже именно там. Ну что ж, вот я уже в Литкарино, и мы уже почти доехали до того места, куда нам нужно было. Оно находится вот здесь. Здесь написано, что это, по-моему, парикмахерская, да? Так, давайте я вытащу ключ, просто не буду глушить, потому что когда у тебя где ключ, он сам глушится. Так, фот 1000 стоит у нас, да? Так, мне уже интересно. Так, очки есть, да? Есть очки. А это можно брать или нет? Аптечка есть. Так, ну давайте зайдем сюда. Нихера себе цены, блин. Так, погодите, я просто не вижу, как оно смотрится, как можно покрутить как-то. Заебись. Сейчас сделаем, пацаны, сам стильного деда. Так, маски. 13 тысяч стоит маска. Так, давайте что-то придумаем. На самом деле, это будет очень даже класс. Масок довольно-таки много, но какую выбрать, я вот, честно говоря, не знаю. У нас еще эта хрень, видите, в блядь, зубах, поэтому я думаю, маска отпадает. Блин, у него на бок еще эта шляпа, поэтому мне из-за нее ничего не видно. Ладно, давайте я уже хоть что-то сделаю и тогда уже продолжим, чтобы не тягивать видос. Блин, пацаны, уже такую тут натворил. Я забыл, короче, зафиксировать очки. Видите, я забыл зафиксировать очки. Теперь они вот так вот как-то смотрятся. А еще 25 тысяч у меня как бы нету. Поэтому придется ставить, наверное, так. Так, давайте сохраним позицию. Вот эту, да? А где бандана должна быть? Выше ушей быть? Хотя, ладно, я думаю, вот это подойдет. Мне вот это нравится. Так, сохранить. И нажимаем купить. Все, минус 13 тысяч. Я, блин, забыл очки зафиксировать. Давайте посмотрим, как мы теперь выглядим. У вас недостаточно денег. Ну такое. Блять, ну это пиздец. Блять. Ну Карл просто. Реально Карл. Как я мог так сделать? Так, это что такое? А, это шляпа. Ну, все, в принципе, все, что мы могли, пацаны, сделали. Вы хотите сохранить все купленные вещи. Они не будут пропадать после выхода из игры. 10 тысяч. Блин, откуда у меня такие деньги? Так, а ну. Баланс, давайте посмотрим. 6 тысяч. Сейчас бы все деньги потратить. Так, давайте снимем эти 6 тысяч. Ладно уже. Потом придется ехать работать. Банкомат недостаточно средств. Просто замечательно. Теперь мне нужно ехать, где-то снять бабки и потом уже возвращаться сюда. Ну что ж, я свернулся и... Фух, хоть за вход не взяло. Я нашел, короче, банкомат в Эдово, получается. Так, давайте нажимаем Exit. Сохранить. Все, отлично. Так, Reset, чтобы временно снять их. Либо... РС, чтобы выбросить вещи окончательно. А ну, давайте RSS посмотрим. Блять, как? Пацаны, я все выбросил, прикиньте. Ебать, я долбоё просто, блять. Смотрите, куплено в пиротехнике вещи сохранены и будут оставлены при последних входах в игру. Используйте RS, чтобы временно снять их. Я бы написал RSS, чтобы снять их. Все ваши вещи были выброшены. Блять, ебать, я просто... Пацаны, просто без комментариев, реально. Я просто проебал все свои деньги непонятно куда. Все, я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.
Так, короче, пацаны, я перезашел, и все-таки мой внешний вид остался, поэтому все хорошо. Как бы да, я думал, что я потратил деньги зря, но оказывается нет, все сохранилось. Просто это я что-то неправильно понял. Все, пацаны, короче, хорошо. Ждите новых серий, там подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. Еще раз.